Касым-Жомарт Токаев назначил Лязат Калтаеву депутатом Сената, передает пресс-служба Акорды. Новый сенатор является председателем Ассоциации женщин с инвалидностью «Ширак». Ранее Калтаева просила правительство обратить внимание на то, как люди с особыми потребностями реализуют себя в обществе. Я процитирую. «Необходимо, чтобы людям с инвалидностью не приходилось кричать, доказывать и обивать пороги. Необходимо держать руку на пульсе». Лязат Калтаева передвигается на инвалидной коляске с детства в результате полученных травм в автомобильной аварии. В послании народу Казахстана глава государства заявил о необходимости законодательного установления квоты для людей с особыми потребностями для избрания в парламент. В настоящее время этот законопроект рассматривают. До этого за 7 созывов Сената в составе не было ни одного депутата с инвалидностью.